Проект президентских поправок в Конституцию принят депутатами Госдумы в первом чтении. Внести изменения в основной закон страны Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию. Проект поправок обсудили и в Люберцах. Для этого за круглым столом встретились глава округа, члены общественной и торгово-промышленной палат, депутаты и представители вузов. На мой взгляд, ряд вопросов, которые внесены Владимир Владимирович, они достаточно идут от жизни и в целом повлияют на укрепление государственности в стране. Пересмотреть подход к регулированию величины МРОТ – одно из решений, которое президенту подсказали принять российские реалии. Предложенные поправки в Конституцию гарантируют минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Этого у нас в нашей Конституции не было. Это глобальные изменения. В частности, предлагается также дополнить в Конституции пунктом 6 формирование системы пенсионного обеспечения. Это тоже немаловажное изменение. Другие поправки предполагают ужесточение требований к кандидатам на пост президента. А в случае внесения изменений в закон ими смогут стать граждане, которые никогда не имели иностранного гражданства и постоянно проживают в России не менее 25 лет. Проект поправок участники круглого стола одобрили и озвучили предложение по его дополнению. Так, представитель торгово-промышленной палаты Подмосковья Константин Куракин предложил исключить из 135-й статьи Конституции ссылку на конституционное собрание. Коллеги, теперь вопрос, а что такое конституционное собрание? В Конституции на этот вопрос ответа нет. И в принципе в законодательстве нет у нас такого понятия, как конституционное собрание. Но очень странная вещь получается. У нас предусмотрено изменение Конституции таких основополагающих глав, как основа конституционного строя, права, свободы человека, через орган, которого в принципе не существует в природе. Все предложения участников круглого стола направят на обработку в Общественную палату Московской области. После их передадут в Общественную палату Российской Федерации. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал НРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал НРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.